Тормозные колодки для дискового тормоза Mondo, производитель корейский. При сравнении с оригинальными колодками можно отметить, что геометрия одинакова. Единственное, что у колодочки Mondo есть прорезь для отведения пыли, которая образуется при трении колодки с диском. И отличается по цвету состав самой колодки. При близком рассмотрении оригинальной колодки мы видим вкрапление оранжевого, желтого металла. Сама колодочка гладенькая. При рассмотрении колодки Mondo металла этого меньше и поверхность шероховатая. Основным компонентом для изготовления смеси колодок составляет металл. Чаще всего используют железо или ближайшие производные. Казалось бы, чем больше металла, тем будет лучше торможение. Однако такие колодки на самом деле наносят серьезный урон тормозному диску. Сталь достаточно абразивна, и износ диска увеличивается. Альтернатива стали медь и сплавы на ее основе. И, как правило, серьезные производители используют именно эти металлы. Плюс меди и ее производных – это то, что она более нежна к тормозному диску, не производит такого сильного износа, как сталь. Также она обладает высокой теплопроводностью, благодаря этому колодки на медной основе равномерно рассеивают тепло по всей накладке. Сталь же может концентрировать нагрев в одной точке, что может привести к перегреву диска, к его деформации. При рассмотрении колодок под микроскопом мы видим, что количество меди в оригинальной колодке очень высоко. В колодке же Mondo присутствует как медь, так и вкрапление металла. Вывод можно сделать один, что колодки Mondo будут чуть быстрее изнашивать тормозной диск. Все представленные в видео товары вы можете приобрести в нашем магазине по адресу Промышленный проезд, дом 3, либо заказать в нашем интернет-магазине 3корейца.рф. Спасибо за просмотр, ожидайте новое видео.